открытая трибуна. Как вы считаете, что стоит предпринять, чтобы уменьшить количество аварий? Ну, во-первых, чтобы были ДАИ, ГАИ, потому что как бы там бы не было, но эти службы нужны, потому что все-таки они знают, что если даже тот самый водитель, который едет, и, допустим, он знает, что службы нету, он знает, ага, я могу где-то выпить, я, мне ничего не будет, никого нету. Если он знает, что тут его может патруль остановить, не только даже новый патруль, но и так же, как наши старые службы были, ДАИшники, он уже подумает, стоит ли ему выпить, хочет ли он штраф 500, 700, 800, 1000 или даже остаться без прав. То есть человек уже тогда задумается. Скорость — это раз, а во-вторых, дороги, чтобы были хорошие — это два. Вот это самые основные моменты. То объезжаешь ямы, вы приходится выскакивать на встречку, чтобы не вылететь куда-то хорошо. Ну, самые основные моменты вот это вот, да. Надо, чтобы были дороги хорошие, прежде всего, потому что яма начинаешь юзить, то есть объезжать, и, а тут человек тоже может в мою сторону. И, естественно, это 100%. Ну, хотя уже сейчас, кстати, лучше стали дороги у нас. Нужно соблюдать правила, то есть как быть внимательным на дорогах, и как бы должны быть люди тоже внимательны на дорогах, как бы смотреть по сторонам, а не то, что есть такие люди, которые перебегают дорогу, ну, вообще не в положенных местах. Даже на пешеходном переходе, на красный свет, как бы побыстрее-побыстрее будут перебежать. Ну, вот такое мое мнение. Я считаю, что если будут более качественные дороги, водители будут меньше отвлекаться от дорожной ситуации для того, чтобы избежать ям. Если будет более четко нанесена разметка, то есть это будет гораздо больше влиять на безопасность. Более жесткая политика полиции в отношении нарушителей правил дорожного движения. Никаких двояких стандартов, четкие, ясное понимание трактовки правил дорожного движения. Ну, я думаю, все наладится. Я думаю, нужно, чтобы было хорошее состояние дорог и соблюдать правила дорожного движения всем и пешеходам, и водителям. Улучшить качество дорог, поделать ремонты в первую очередь. Ну, естественно, усилить контроль, чтобы пьяные за рулем не ездили. Штрафы уже хорошие за это платят. Просто некому их штрафовать. Открытая трибуна.